Власти Каталонии вне закона. Премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранила от должности президента автономии Карлеса Пучдемона и все его правительство. Согласно статье 155 Конституции, которая сегодня впервые в истории страны задействовал кабинет министров, Каталония временно переходит под прямое управление центральных властей. В течение полугода должны состояться досрочные выборы главы региона. В самой Каталонии уже начались протесты. Мы не лишаем Каталонию автономии. Принятые меры позволят отстранить от власти людей, которые вывели управление регионом за рамки закона. Самоуправление Каталонии восстановится во имя законности и мирного сосуществования всех каталонцев, а не только тех, кто выступает за независимость.